обзор магазина на 1 мая. Ой, блин, мая, июня. Поехали! Так, вначале я все быстро покажу, а затем приступлю более к детальному обзору. Так, для начала, кстати, было бы неплохо немного звук убавить. Все, поехали. Так, у нас какой-то нектарина. Вау, новый скин. Блин, офигенно. Идем дальше. Еще одного чела добавленного. Офигеть. Эксклюзивное, да? Так, упрыгуна вернули. Отлично. Так, сорвиголова. Все его подобрано. Идем дальше. А, плазменное сияние. Давайте посмотрим действие. Окей, дальше. Электросвинг. Мишень, это наши стили. Вау, розовый есть, классно. То есть слайд еще оставили. И горячая штука. Штучка. Вау, вот это классно. Поехали, теперь углубленно. У нас сегодня две новинки. Нектарина. Давайте посмотрим на ее скин. Выглядит шикарно. Подобразов, к сожалению, нет. Но у нее классное сочетание вот синего. Вот синий у нее клево выглядит. И сердечко такое, блин. Я нектар. Любовь толкает на необдуманные поступки. Входит в набор нектарные бойцы. Первое появление сегодня. Красивые руки. И вообще все ее арты классные будут. Да, это очень классный скин. Прям тоже... советую брать. Давайте посмотрим на него. Что у него с глазами, господи. Ладно, за ошейник вот такой вот. Это респект, это круто выглядит. И тело такое, типа, тоже клево выглядит. Гранаты по бокам. Ну и тоже под образы, к сожалению, нету. Нектарный топор есть. Звучит клево, так еще и анимация клевая. Блин, это классные скины, а у нее нету, да? Только нектарный топор. Ну, топор топовый на самом деле. Сорви голова. Ну, честно говоря... для любителя. Вот то, что сияние вот такое, это респект, это классное сияние. Ну а так, для любителя, честно. Плазменное сияние, да? Мне не нравится оранжевый. О, здесь какой-то слишком отвратительный оранжевый, слишком страшно выглядит. А вот электросвинг. Добавлю сегодня в ТикТок, кстати, этот танец. Ребят, я добавляю танцы в ТикТок, смотрите, чекайте, там все красиво и все интересненько. ТикТок всегда в описании есть. Знаете, ее подобраз очень клево. Первый так себе, я бы не пользовался. А вот подобраз, подобраз очень красивый, очень красивый. Ну, из самых дешевых скинов, я бы сказал, это клевый. И всего лишь за 800 вы получаете клевый скин такой вот. Да, топовый вообще, до жути топовый. Ладно, давайте дальше идем. И горячая штучка. Вот тебе не хватает этой штуки на самом деле. Ай, Джейн, блин. Так, давайте подведем итоги. А, еще попрыгуну показать, точно. А, большой клевый скин. Что я могу сказать? Ну, реально, большой клевый. То есть ничего больше не скажешь. А что это у него? Ну да, ну да. А что у тебя за кирка? Ну так, так. Короче, что я сегодня сделаю? Когда закончится этот обзор, я добавлю в ТикТок ее,
и этот скин. Этот TikTok будет под классную музыку, а Electric Trust Swing будет просто, ну, как танец добавлю. Это был обзор на 1 июня. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и чекайте TikTok. В конце концов, я собираюсь уйти. Человек приходит на определенное время, а потом уходит. Таков порядок вещей. I'm sick of the hurt and the pain. Sick of shit stains. Sick of fucking fuck famous place. The blame game. Fuck Obama, I ain't even got change. A lot of my niggas only got cocaine. Fly boats, drive planes. It's a crazy world. Yeah, yeah. Everybody lame. I'm a rapper, some dick for fame. No way. Holy cow, this Chick-fil-A. Yeah. I ain't got a lot of shit to say. Caution, play. Yeah, yeah. Honest, fuck today. Fuck a flooded out chain. Yeah, yeah. What's a man to lose his soul and have the world to gain? Dang. Shit. Я вас люблю.